Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что же, доброе утро всем. Прям чувствую себя каким-то ведущим утренних ток-шоу. Вот эти квалификации просто заставили себя так почувствовать. Второй день азиатских квалификаций на The International. Вчера пока сложно было сказать, кто будет в четверке, но однозначно были такие фавориты, как Arrow. Вот мы видим турнирную таблицу. На втором месте у нас Orange со счетом 4-2, Минески тоже 4-2, ну и следом идут MVP Phoenix 3-2 и далее другие коллективы. Ну что ж, действительно, Arrow, по-моему, сейчас выделяются среди всех участников. Им осталось, по сути, два поражения они могут сегодня допустить себе, но я думаю, что их будет еще меньше. Может быть, закончат вообще 9-0 эти ребята. Что вы думаете по поводу Arrow? Я думаю, что первые три коллектива, они играют абсолютно заслуженно, потому что у каждой команды есть свой стиль. Arrow радует нас стратегией, Orange радует нас фактически каждый раз агрессивная игра, ну а Минески там какая-то инновация, необычность, то есть, ну, вообще все шикарно. И вот эти три команды действительно идут впереди. А вот остальные три, это Митраст, точнее, остальные две MVP и Митраст, они пока что, ну, у них ограниченные стратегии, и тут уже все зависит от банов противника. Ну, а кого бы ты хотел увидеть в четверке, вот помимо Arrow, Orange и Minesk? Не, я, конечно, хотел увидеть Митраст, потому что все-таки это и MVP, потому что это старички, вот, и играют они, ну, более-менее прилично. А MVP, мне просто нравится то, что они играют необычно. Потому что, то есть, таких комбинаций, как у MVP, я еще, ну, я еще не видел вас на этих отборах. Там Слардары, Тайтхантеры. И поехали. Вон, смотри, каких у них герои. Все активные герои. Сларки, Эмбер Спирит, MVP и на Лондруиде дизолятор фростайта вам покупают. Я их сразу полюбил. Когда я в паблике так сделал, меня все так нехорошим словом поминали потом. А когда я увидел эту MVP, я подумал, блин, я не один такой. Так Попи тоже когда-то уже говорил, что типа дизолятор на Лондруиде это, в принципе, прикольная штука. То есть можно что-то с ней придумывать. Ну, все же не прижилось, пока этот артефакт не прижился в профессиональной доте, но вот MVP его показывают. Что ж, у нас первый матч сейчас, ну, это первый тур на всех четырех стримах. Собственно, на первом стриме у нас Arrow против... Нет, стоп, это уже второй тур, по-моему, пошел. Да, это второй тур нам показывают на всех четырех стримах. Orange против Size, Arrow против... А вот он первый. Вот, нет, это не первый тур. Вот это наш, непосредственно наши пять туров на этом стриме, пять игр, которые сегодня состоятся. Это Arrow против Zephyr, потом First Departure против RRQ, Zephyr против Size, Orange против First Departure и Arrow против Size. Прикольные игры. Вот, наверное, мне больше всего интересно будет понаблюдать за первой и пятой игрой, потому что... Мне интересно, вот как сейчас отлетят Зефиры, или они все же... Мне интересно смотреть видео 18+, да? Оно занимательное. Да, ну что же, у нас игра уже на самом деле начинается, пошли баны, пики, поэтому я удаляюсь, оставляю вас с комментаторами Димой Ластом и Ареном Версута, и приду к вам уже после этой игры. Ну что ж, спасибо, Иван. Продолжается у нас квалификация. Зефиры забирают себе
Ancient Operation и Saint King. Ну, вообще, изначально понятно, да, что фаворитами здесь являются, конечно же, Arrow Gaming, и понятное что дело, что они тут выиграют. Вопрос в том, покажут ли они какую-то страту до плей-оффа, потому что, мне кажется, свои стратегии какие-то более такие серьезные они будут показывать на стадии плей-оффа, сейчас будут играть более-менее таким стандартным. Ну, вообще, я, как то, что я смотрел, у нас Arrow Gaming каждую новую игру показывают. Стратегии, зомби, чены, разные комбинации, и здесь я уверен, что они и дальше чем-нибудь удивят, потому что ребята действительно креативят, причем по полной. Такого разнообразия можно увидеть разве что в команде MVP на этом турнире. Ну и вообще, вот если посмотреть на баны, на пики, мы уже видим, что против них банит Рейс Кинга. Тут также у нас Шаду Демон и Дазл ферст пиками, и это интересные два саппорта, которые, мягко говоря, вместе никак не сочетаются, то есть... Ну, единственное, как они сочетаются, это прячет один, появляются иллюзии, ты хилишь, и там это такой жесткий burst damage идет на начальных левелах. Я помню, Володя по ГГ вот такой комбинацией убивал одну какую-то команду, тоже СНГшную, в Салатину в начале игры, но потом в затяжной игре эта комба уже дает о себе знать, потому что, ну, все-таки это два суппорта, и не они должны тащить доту. У них там чего-то не хватало, в итоге они проиграли, но первые 10 минут там был счет из разряда 10-0, они бегали, роумили по карте. Просто один дисрапшн, на тебя обрушивается там под 300 урона, и все, и ты ничего сделать не можешь. Ну да, на линии комбинация сильная. И вот пока что у нас Arrow Gaming промышляет сильной комбинацией, Zephyr выдает уже сильную трипло. Они после вчерашнего видео подумали, поняв, что больше не надо играть какими-то пассивными товарищами, и лучше брать все, что имеет нюх, и по очереди его кидать. Это у нас Sun King, Miran, аппарат, все мобильно. Любит стрелять с расстояния. Это довольно приятно, учитывая, что Сент Кинг со своими эпицентрами, плюс аппарат закидывает какой-то айсбласт. Ну, на начальном этапе тоже есть чем драться. То есть такой у Зефир хороший пик, агрессивный. Единственное, что пока тут пуш-потенциал слабоватый. Но то же самое можно сказать и про Arrow Gaming. Я вчера ощутил всю прелесть ульты Дазла. Стоит команда, и против них, они идут пушить, против них Ember Spirit с дабл дэмэджем, у которого в общей сложности где-то под 300 урона, учитывая дэмэдж с фистов еще самих. Прокатывается по противникам, я смотрю, он вообще ничего не нанес. Я так почесал голову, подумал, а что произошло, почему ни единого урона я не вижу. Смотрю, а там просто висит ульт Дазла, который впитал все. И вот ты тогда начинаешь реально понимать, что когда такой дэмэдж уходит в никуда, то это Дазл реально со своим ультимейтом невероятно жесткий. Да, один из самых сильных лейтовых героев для саппорт-роли. И пока у нас Зефир продолжает дальше набирать себе нюки, очередного стрелка берут они Пака. Решили, видимо, знаешь, как вообще, берем 5 нюков, 5 жестких нюков, осталось Тайдхантера еще 5-м героем взять, и будем нормально побеждать. Я вот здесь теперь думаю, как вообще будет этот Дазл. Вот Shadow Demon будет прятать, если успеет, конечно, спрятать, учитывая, что тут сайленсы, станы, и стрелы из не поймет, куда прилетают. Нам показывают статистику Дазла. 100% винрейт. Так вот, здесь я вот свое предпочтение даю пику Зефир. У них реально очень жесткий прям такой пик. И Сларк, герой, который прячется, да, казалось бы, но его не нужно бить с руки. Здесь есть все скиллы, которые его пробивают легко под его ультимейтом. Да, здесь даже есть стрела, которая может лететь ему в лицо, пока он бегает в инвизе, и он будет стоять, ждать своего момента. И вот как мы и ожидали, это Нага, только, знаешь, усиленная комбинация под Шадо Демона. Да, да. То есть ты прячешь подход иллюзии, и там происходит еще больше урона. И при этом очень удобно сплитпушить, потому что у Зефир Дота нет абсолютно никакого ДПСа. У них 3 героя с иллюзиями не лавят вообще. То есть Нага стабильно посылает троих на базу, хилится. Мирана также уязвима. То есть если у нас Нага оторвется по фарму, то это минус еще один герой. И вот после пика Наги Сирены Зефир нужно запушить, потому что в лейте воевать против такого очень тяжело. Или взять супер лейтгейм. Ну, либо да, либо они супер лейтгейм возьмут, но, как по мне, они уже дошли до такой точки, где уже отступать поздно. Они взяли очень много агрессии, и уже надо добирать еще что-то агрессивное и просто идти давить на характере, не давать Arrow Gaming затягивать эту игру. Saint King, ничего себе, какой винрейтед. 13 игр причем сыграно, и 84% винрейт. Слушай, показатель очень высокий. Ну, саппорт, который может стоять на линии, уходить в лес, уходить ромить, то есть этот саппорт, он фактически может все, поэтому он у нас все больше и больше набирает обороты.
в этих лесах. Сейчас для Зефира, ну, однозначно нужен сильный замес, да, потому что как-то нужно убивать иллюзии Наги, вот нашли себя у Ешера. Респект таким пацанам, просто за такие пики. Да, но это, кстати, агрессия, то есть у них уже получается сильная трипла, также у них получается Тинкер, а Aero Gaming нас удивляет, забирают себе Тинкера, и вот это так играть нельзя. Это Тинкер, который будет защищать всю команду от пуша, не подойдет, Зефир, Доты не смогут подойти к Тверам вообще, потому что два марша и все, на этом пуш закончен, ну и дальше мы будем смотреть увлекательную доту с Нагой Сиреной. Да, ну тут тяжеловато придется и правда с этим Тинкером, но есть пак, который может как-то цеплять, но шансы, конечно, если Тинкер грамотный, все мы знаем, насколько этот герой может затянуть игру и дать возможность своей команде спокойно нафармить. Показывают нам составы команд и их основные пики. Ну и винрейты, вот винрейты-то высокие, просто вот чисто если вот так вот поглядеть на винрейты даже, да, не на персонажей, ты видишь там за 80-70%. Ну они топ-1 сейчас с Азии фактически, если не считать вот Титаны, по-моему, и прочие ребята, то есть они действительно доминируют на этой сцене. И вот теперь у нас есть один момент, который вот то, что мы с тобой ожидали. У нас идет агрессивная трипла с Нагой в хард. Это спереди стоит Нагу, которая 6 армора и щиток. За ними идет Shadow Demon Dazzle, который засейвит и кинут Disruption. А против них выходит Sun King. Sun King с двоечкой армора, аппарат с двоечкой армора и Миранда тоже с двоечкой армора. То есть у Наги армора больше, как у Наги армора, как у них троих. Ну, Нага это Нага. Ну, ее резали везде, но пока до армора не дошли. Потому что у нее дэмэджа смотришь 46, тебе плакать хочется. Если у какого-нибудь SF этот дэмэдж хотя бы растет, то у нее он еще и не растет толком. Снизу у нас будет интересное противостояние вот между Сларком и давай-ка представим команды. Aero Gaming у нас, Shadow Demon Джонни, Naga Lance, Сларк Хианг Зай, на Дазле Мазун и на Тинкере ДДЗ. У Зефир, Йосин. Это, кстати, Йосин плюс 4 команда, по-моему, была. Он играет на Сент-Кинге. Блиц, Дота, Кайко, Тимберсоу. На Миране, Корей. Пурш. Тот самый Пурш. Ancient Operation. Ну и на паке Секси Бамбу. Игрок, который, по мнению некоторых, тащит за уши эту команду. Посмотрим, насколько. Развардил здесь... Сент-Кинг за это получает очень больно по голове. И, кстати, может даже отъехать. Disruption. Есть у него Borrow Strike. Далеко уйдет ли? Далеко уйти не получается. Но максимальное расстояние выжил. Буквально одну тычку нужно сделать и отхиливается с фласки. Сбили ему эту фласку. Неприятно, но жив. Зато жив. Ушел. Было близко. Этот Sun King, если ты не знаешь, это он вчера нас божил в последней игре, то есть он показывал действительно великолепную игру, и вот сейчас он опять взял своего коронного героя и будет наверняка что-то творить. Первое, что он творит, это уходит в лес, хотя этого делать ни в коем случае нельзя, потому что их задача, ну, задача вот этих героев работать вместе, да, потому что Мирана с аппаратом вдвоем они, ну, вообще никакая еда была. Да. То есть нету станчика ни под аппарата, нету станчика ни под стрелу, вообще ни подо что, и любой герой будет здесь творить все, что угодно. Ну и в итоге он уже на фонтане, стоит и ждет своего хода. Ну здесь он, видишь, пошел развардил, принес на самом деле довольно неплохую плюшечку. Потому что если он будет гангать, а вардов здесь нет, то эти ганги будут результативные. Тинкеру будет очень тяжко. А по-другому тут уже никак. Да, вот по поводу гангов, кстати, вот необычный у нас лайнап, то что пак у нас ушел вниз, а в центре у нас стоит Тимбер. Это сделано потому, что снизу стоит Сларк, который против Тимбера чувствует себя хорошо. То есть если он будет качать пассивку, то там где-то уже с пятой минуты ты вообще выигрываешь без шансов. И поэтому вот, вот такой пик заставил провести ротацию Зефир и сделать, ну, перемены. Как-то под игру подгибаться. Так, Poison Pen, ну то обработка идет, тут убить. Точно не получится. Просто продамажить. Ну что, Sun King сейчас вернется, и вот он уже здесь. Посмотрим, как будут действовать. Решили пока сделать отвод, немного стянуть линию в свою сторону. Там, может быть, даже как-то попытаться напасть. Потому что пока Dazzle первый, Shadow Demon второй. То Dazzle Грейва нет, об этом они знают. Руну контролит Тимбер, у него ботл. Приятно. Да. Ну, по крипам, вот если посмотреть, 12-0 у
Тинкер и Тимбер 11. То есть тут они крепятся примерно одинаково. Да, тут у нас идет абсолютно пофигичный лайн, где два человека будут полностью игнорировать друг друга, пока не придет кто-то. У нас идет этот кто-то, выходит Shadow Demon с Dazzle на центр, находит Тимбера, Джонни прячет, начинаются запускаться марши, подходит Dazzle, дается хил, но хил мимо, начинает бить Близдота, и Близдоту надо бежать, у него есть... У него есть реактив армор, но у него нет тимберчейна, его просто запинали. Просто тупо запинали. В три рейнджевика. Ну и побежал он, естественно, не самым лучшим образом. Там. Беги он прямо, был бы наверняка больше шансов бежать. Ну, нет тимберчейна, да, это дефолтный тимбер через мид. Да, потому что тут тебе надо как-то ласхитить крипов тем варлендезом. И, ну, на единичку, может быть, если бы взял, кто знает, тот выжил бы. Отличный выход у нас сделали Arrow, потому что линия пушила. Сверху вот линия пушила под тавер. У них было время, которое они прекрасно использовали, но Анага все это время стояла и большую часть крипов забирала. То есть даже несмотря на то, что она сейчас стояла 1 в 3, она до сих пор лидирует. И теперь у нас вернулись ребята. Мирана использовала прыжок, и вот это опасно. Теперь 30 секунд нужно будет втерпать. И следующего прыжка ждать. Ее прямо сейчас даже можно идти и пытаться брать, если подставиться. Ну, пока. Тут Operation еще рядом. Сент Кинг с другой стороны. Ну, вот делают отводы. И пытаются как-то немного линию качать и вытягивать отсюда максимум. Снизу противостояние пака 12-1. 12 на 3. Ну, примерно одинаково стоят, как ни странно, хоть и Сларк вроде милишник, но с Пурман Шилдом пока не сильно проседает. Но вот у него хил уже кончился. У них обоих хил кончился. И на самом деле сейчас, если Сларк получит 6 левел, он начнет быть в плюсе, потому что у Пака ботла нет, он его все еще себе не несет. Курица у нас идет, обузит ботл в центр для Эмбера. Это на самом деле огромный минус, потому что сейчас этому Паку ботл очень нужен. Если бы он его принес, то он бы выиграл у этого Сларка, причем довольно жестко. Так, ну что, Shadow Demon пугает. Иди обниму, дорогой. Ну, Миран не хочет. Да, Shadow Demon у нас стоит на линии, агрессирует. И агрессирует он действительно по праву, потому что Нага у нас на стороне Эра. Вот такой чудесный герой. Как бы он казался как бы агирщик и лайтовый, да, но при этом на ранней стадии игры он, наверное, один из самых сильных героев со своим тайдрипом и прочими способностями. И по итоге у нас Зефир опять стоят в засаде. Да, у них два довольно таких сильных рейнджевика по дэмэджу, два саппорта. И когда ты минусуешь армор, там на эти тычки заезжает очень больно. Так, и вот оно нападение. Soulcatcher не в того героя попадает. Но ты посмотри, как много урона по Сент-Кингу. Есть инвиз, уходит в инвиз. Arrow уходит в никуда. Но Мирана говорит перфект. Значит, уходит все-таки в Нагу попадает. Да, попадает. Закончился у нас у Зефира реген. У нас Сан-Кинг чуть не умер, 16 хп. И теперь им стоять очень тяжело. Очень тяжело, поскольку у нас Эро все еще имеет свои прокасты. Имеют они там хп, регешечки и все остальное. А Зефир теперь нужно по кулдауну бегать на базу, чем Сан-Кинг и занимается. Не самое лучшее. Ну это такое вынужденное действие, потому что когда у тебя 30 хп, больше ничего ты сделать не можешь. Ну, зато у него есть смоуки, деньги на скролл, сейчас куда-то где-то вернется. Желательно, конечно, нужно на такой минуте хотя бы тапочек иметь, будучи Сент-Кингом, это довольно важно. Вообще, желательно вот такому как First Aid item брать, потому что он у нас бегает большая сила. Опа! Интересный такой каскадер Сларк прыгает. У них тут реально, вот тут самое интересное, наверное, что происходит, это снизу, это противостояние Сларка, который со своими паунсами веселуху устраивает только в путь. Такая коротышка прыгает на Пака, и тот бедный еле-еле отбивается от него. Шустрый, малый. И Сларк при этом он делает отличный айтем-билд. Он не приносит себе ботл, он себе не приносит там все остальное. Он начинает харасить Пака, вот ворует он стаки. Почти. Ой-ой-ой. Пак бежать. Да, Пак у нас уходит, и Сларк он сейчас будет на развороте искать Пака. Есть у нас Дримкойл, есть почти лизерот, но нет, он уходит. Так взаимно друг друга отпускают. Так, ну вот вроде смотришь, у него 400 хп и прям такая сладкая булочка. Да, но есть ульт. Да. Увы, под ульт ты не полезешь. Ну и также Пурманшат, он прекрасно помогает ему на этой линии танкировать против тычек Пака. Набирает все хп, ну и в общем-то снизу все равно тут у нас в центре. Ну. Тимбер дальше у нас развлекается с Shadow Demon. Тинкер ушел на полы, который ему застакал тот же Shadow Demon. Ну и сейчас Тинкер почти имеет свои тревел-бутсы.
Ожидается у нас вообще такая лютая комбинация. Это Нага, Сирена и Тинкер. Это, не знаю, что может быть противнее вот именно такого спама и такого харасса. Мне жаль Сларка в этой игре очень сильно. Потому что Тинкер и Нага будут забирать все. Бедному Сларку вот сейчас все, что он заработает, это единственное, что он заработает в этой игре в принципе. Но есть плюс то, что пока у него есть для этого время, потому что вот если мы глянем, все герои у Зефир очень тонкие, у них Мирана, Сенкинг, Пак, эти герои, они уязвимы против Сларка, и если у нас Сларк выйдет на поле боя, то он будет практически любого сбривать за свою комбинацию. Да, может зарабатывать на противниках. Пошли машины. Так вот. Довольно интересно, решили задайвить. Мирана юзает даже ультимейт, как-то испугался. И Тинкер играет очень нагло, вообще ничего не боится. Так, Тинкера собираются, судя по всему, ловить. Подстрял его, тут начинают жестко фокусить, но это я вообще не понимаю, что было с его стороны. Просто раздавили. Ну вот, если посмотреть на полоски хп, ты понимаешь, что по сути не так уж жестко и раздавили, сколько много дэмэджа-то машины нанесли за секунду буквально. Да, я еще понимаю то, что слишком много на самом деле для него ему чести уделили, потому что ребята пришли, наверное, в пятером сделали прокаст, и все это время у нас остальные товарищи. Ну, когда ты смотришь, что вытворяет Тинкер, вот как бы, ну я даже не знаю. Ты ожидаешь, что он там стоит не один, что есть какая-то подмога, сейф, там грейв, все дела, по итогу пацан Лев не прокатил. Тинкер-покерист у нас. Пацан отошел. Ну и теперь дальше у нас идет харас. Тинкер имеет свои травала. Дальше ему нужно срочно получить от 10 левел, для того, чтобы были ракеты 4 левела. Он будет способен ходить и прогонять любого героя. Вот здесь у нас бегает аппарат на центре. У него нет регена. Прилетел Тинкер, дважды ракеты, и аппарат у нас дальше бежит на базу. Пока все это время у нас Тинкер развлекает команду, остальные ребята фармят. Фармят Нага. Та самая из оврага. И фармит Сларк на легкой, которая набирает свои статы. Ну и раз уж разговорили о фарме, посмотрим, что тут у нас по нетворсам. 4600 у Тинкера. Ничего себе, он так плотненько обгоняет всех остальных. 3400 у Тимберсоу. Пак 3300, ну и 3200 Нага. 2600 пока у Сларка. Мы видим, что Пак его перекрипил довольно неплохо. Перефармил, во всяком случае. Ну и вот опять же, к слову о том, что Сларк, вообще мне его итембилд не нравится. Он себе купил брасер. Мне нравится начальный закуп его, но вот то, что он дальше делает, он ему не дадут убивать, если у него не будет фаст Shadow Blade. Ну или фаст блинка. То есть да, либо фаст блинка. Здесь двойной выбор, но брасер ему все-таки понадобится за счет того, что у Зефира очень много нюков. Огромный прокаст, и для этого, ну, его единственная задача в драке выжить. Вот. Ну и такой второй момент, то, что с большой вероятностью, вот когда у Наги появится Радианс, если она его будет делать, то люди будут стоять под своими товарами, и ему нужно будет только фармить и больше ничего, потому что сейчас он, ну, в общем-то, делает то же самое. В принципе-то, на самом деле, Сларк может фармить, если команда зажмется на топе, пытаются взять Мирану. Куржом зацепила ее, она сразу юзает инвиз, есть ли что-то, чем просветить. Боже мой, как ей больно. А Роу закинула. Зря она вылезла. Но там все равно, конечно, был бы Риптайд у нее. Да, у нее там лип еще очень долго бы откатывал, ее все равно забрали. И, кстати говоря, там еще Сенкинга убили со Сларком параллельно, боже ж ты мой. Там разменяли. Да, там Сенкинг вышел нападать на Сларка, но у него не было 6 левела. Сларк так подумал, и что, я убегаю, ну-ка, давай на развороте сейчас поубиваю. И рано завязал стики. То есть, если бы он завязал стики вот чуть-чуть побольше, то с большой вероятностью он бы еще и выжил. Вот, при такой ситуации. И Эрова у нас захватывает преимущество. Теперь, как мы с тобой видим, опять все лайны пушатся. То есть у нас пропушен вверх, пропушен центр. Да, и остался товар на центре. И вот они Пака пытаются цапнуть. Пак должен уходить. Да, спокойно уходит. Poison Touch, но это такое. Стягивается вся команда. И теперь все мечтают о 6 левеле. Мечтает Сенкинг о 6 левеле. Мечтает аппарат сейчас на 6 левеле. Вот такая комбинация саппортов необычная, что и одному, и второму это жизненно необходимо. Пока они получают 6 левела, Тинкер и остальная компания чувствуют себя просто в шоколаде. Да, в этом плане пик достаточно жадный. Тоже один, так скажем, из минусов. Но, в принципе, у них трипла была достаточно сильная, то, что они не убивали, это уже, ну, наверное, как-то неправильно действовали, либо просто Аро правильно действовали. Да, или просто Нага как бы посильнее будет у нас, наверное, на трипле любого, почти любой комбинации.
Сларк возвращается на легкую, продолжает дальше фармить, такие вот сейчас думают, вот он Сларк, да, стоит фармит, но пока, в общем-то, все правильно, пока у него нет крит-масса для того, чтобы убивать любого героя на карте, пока он не может соло лежать в страхе всю карту и развлекать, то лучше бы этот фарм набрать, учитывая, что они сейчас фармят лес, фармят центр, фармят низ, они, короче, сейчас фармят все, вообще абсолютно все, благодаря Тинкеру, который у нас пушит лайны. Тинкер тут сверху агрессивно гоняет Мирану, кэрри Мирана с легкой линии у нас имеет только фейзы и вообще никакого регена. Вот я посмотрю, у нее огромные приключения с тем, чтобы даже крипов добивать. Да, я тут смотрю на вот эту Мирану, у нее по сути ситуация примерно такая же, как и со Сларком. Но если в случае Мираны, там Мирана в лейте единственный герой, который будет хоть какой-то физдэмэдж наносить. У Сларка таких проблем нет. Так, и вот он нападают они на Тимберсо, пытаются убежать. Опять же под Сулкетчером толпой нападают, Дримкоил подтянулся пак. И ничего сделать не смог. Просто дал дримкоил и все. То есть как-то файты выглядят из разряда: толпа нападает на одного, убивает и все. И на этом заканчивается. То есть команды не сильно хотят файтиться 5 на 5 или там хотя бы как-то побольше. То есть именно в одного какой-то выстрел идет от одной команды. И дальше на этом все заканчивается. Ну, а выход от Эро, потому что ганг потенциал сейчас намного выше. Пока у нас у Сункинга нету блинк-даггера, то есть он до сих пор бегает и... Отличный подкоп. Он до сих пор бегает, и у него нет этого чуда-артефакта у Апарта, до сих пор нет 6 левела, и, ну, из-за этого прокаста очень мало. Единственный реально боец у нас Тимбер, но, как мы видели, Тимбера очень круто пилит. Тут приходит на центр, уже треть лица себе потерял. И под этими машинами драться не надо. Смотри, что творит твой Пурш. Посмотри, что творит Пурш. Он просто пошел и умер. Ну вот. Как-то так. Качают просто очень сильно Arrow Gaming, качают. Они то на топе, то снизу, то в миде. И везде их как-то много. Вроде тревела только у Тинкера, а перемещаются вот так вот жестко. Перемещается вся команда. Вот Тазл, он держится между мидом и низом. Сетка. Бамбу. Уходит на последних хп, но его тут... Судя по всему, отпускать не хотят, не успел задоджить тычку с Пуржа и в итоге умирает. И тут хорошо подкапывает Сент Кинг, прячется под инвиз, отхиливают Тинкера, Дисрапшн, Старшторм не попадает. И успевает на себя повесить Грейв, будет отсюда убегать, в итоге теряет еще и Сент Кинга. Мирана вынуждена отступить, убили Нагу, Сулкетчер. И на этом, опять же, файт заканчивается. Дазл ушел на копейки, ну а Нага тут единственная, наверное, которая пострадала. И то, как-то, видать, Грейв на нее не успели повесить. Должна была, по идее, она тоже выживать. Тинкер врывается на Мирану и забирает ее та же. Оу. Мирана выиграет просто шикарно. Летит на крипа Тинкер, прям перед ней, перед лицом. Она как-то думает о чем-то, в итоге он пролетает и убивает. Нормально. То есть, я повторюсь, ребята, 5 миллионов долларов. Да, это игры, где общий призовой фонд сейчас 5 миллионов долларов. И то, что сейчас у нас люди изображают, такое ощущение, что у нас зефир то ли не акклиматизировались, то ли просто они так никогда жестко не играли. Хотя, смотри, у них даже есть свой командный вымпел, чего у Арова нету. Но в результате они сейчас показывают такой уровень, что ты думаешь, как они вообще до этого что-то выигрывали? Ну вот, вот квалификация показывает, что в принципе есть еще куда расти дотки нашей, как минимум, в плане квалификаций. Потому что я помню, одно время говорил о том, что вот, мол, на International, как по мне, слотов вообще не должны выделять. Просто все команды должны играть квалы. Отборочные такие глобальные должны проходить. Но когда смотришь на подобное, ты понимаешь, что смысла просто никакого нет в этом. Ну, в части квал, да, потому что все-таки некоторые команды, они, ну, так экономят время, потому что, представь, у нас все начнут играть квалы, ну, тут бы сидели бы, не знаю, целый месяц с утра до вечера. Ну, а так нас пожалели и какое-то время все-таки дали для себя. Вот. Что там у Наги? У Наги, да, вот респект Наги. Я за что очень люблю вот Наг, который собирается у нас статы на ранней стадии, потому что они сражаются, вот как мы с тобой видим, бегают со своей командой активно. У нее есть ХП, у нее есть там разные бафы для своей, вот, ну, в виде скорости барабанов. Боже мой, что этот Тинкер делает? Какой же он наглый. И вот эта Нага, она действительно не терпила, а именно мочила. То есть та, которая бегает и показывает характер на ранней стадии. Сейчас вслепую был заюзан айсбласт и попадает по четверым. Это, наверное, самый жесткий айсбласт за всю игру будет. Который он даже так и не понял, насколько был жесткий. Это, по-моему, первый айсбласт, у которого кинул. И сразу такой...
И, наверное, я говорю, это жестче уже точно не будет. Тинкер, Тинкер дальше у нас развлекается, находит Пака, начинает, он харасит секси Бамбу. Бамбу уходит, кстати, Сларк Шадоу Блэйд. Сетка в Бамбу, Бамбу надо бежать. Бамбу у нас бежит, но на нем яд, и Пак Бамбу... Пак вот самый такой мобильный герой, которого очень тяжело убить, но умудряются именно с него начинают и убивают его. Пак... Это... Пак, да, Пак стоял спереди, непонятно, зачем он вообще стоит один спереди и умирает, зачем он вообще такие дела движения исполняет перед этими героями, мол, смотри, я Пак, я умею, как со Спайдермен уворачиваться. Мирана лоу хпшная, где она эти хп успела потерять? Нет, это Тинкер, он как бы везде, то есть куда-то не приди, Тинкер тебя... Вот достанет. Надо как-то действовать, надо как-то собраться и что-то делать, у них хороший прокаст, почему выход, они ничего не делают? Выход с Маке в пятером, смотри, куда Тинкер запрыгнул, прям с пуржем находится, тут прям... Дышит в сторону Пуржа, идет огромное количество Марше, врывается у нас Тимбер, дает айсбласт Сларк, и Сларк сразу падает, и тут же врывается Пак. Так, Пак убегает. Но Пак дал дримкоил в одного героя, причем вообще его тут никто не тронет. Два в один разменяли, еле-еле забрали хотя бы Сларка. И тот просто играет достаточно нагло. Пока без шансов. Ароу показывают уровень, показывают, что, ребят, мы вас сильнее, давайте не сопротивляйтесь. Это все бесполезно. Да, Нага даже в такой игре решила собирать не Фастер Дианс, а решила закончить игру пораньше. Да, бегать с командой и помогать ей. Ну, учитывая, кстати, да, учитывая то, что есть Тинкер, то есть ей фактически и нет надобности в Радиансе, потому что Тинкер заберет весь фарм на карте, и тут уже нужно иметь какого-то такого полутанка, который будет... И вот у Тинкера отметить можно Сулбустер, наличие Сулбустера видел я вчера от Меркля Тинкера, который делал Бладстоун, немножко удивился, но потом посмотрел, вроде как-то неплохо смотрится. И вот DDC решил сделать то же самое. Ну, учитывая то, что у нас фактически нет никаких гангов, да, потому что Зефир сидят под товарами, то Тинкер с Блудстоун, который будет постоять по кулдауну пускать свои марши ракеты, это, наверное, вообще офигенная тема. То есть в таком билде еще можно себе сделать аганим и просто идти бомбардировать. Зефир выкуривает их с этой базы, как в 45-м. И вот тут выход у нас на Джонни, нападают на Джонни, очень больно Джонни, нужно бежать, у Джонни хаста, Бамбу идет, Бамбу давай догоняй, нет, Бамбу. И вот он просто разворот, проблемы у Пака, слишком далеко забежал. За это поплатился. Сандкинга тоже разрывает на части. Первая вылазка из базы, но, по-моему, она была без смоков. Закончилась полнейшим провалом. Зефир. Ага, это еще и не конец. Тут поймали Тимбера. Ароу вылетает, попадает Сларка. Сларк у нас любитель ловить стрелы, и вот он умирает в очередной раз. Нос заберут Тимбера. Старшторм. Единственный килл, который получилось сделать, и тот был, опять же, случайным на Сларке. 15-5. Это полнейшая доминация. Ну, пока это разгром, да. То есть наши прогнозы сбываются. Все хотели увидеть, насколько быстро у нас выиграют Эру или насколько классно сыграет Зефир. Ну и пока мы видим, что Эру играет замечательно. Графики растут вверх, причем с каждой секунды все выше и выше. Тинкер скоро по нетворсу обгонит и Тимбера, и Паку, и Миану вместе взятых. Но ему пока чуть-чуть не хватает, буквально 3000. Но он двигается в эту сторону. Да. И вот смотри, летит он на Мирану опять, но нет, Крип умирает. Так бы сейчас, я уверен, он бежал за ней под самый тавер. Ну, ему вот сейчас Этернал догон, и нормально, он будет за секунду разваливать. На догончик уже есть нол талисман. Скоро все будет. Сларк пошел. Искать под Шадоублейдом, видит. Нужно уже нападать, там это Шадоублейд заканчивает. Ждет там, видимо, Тинкер. Да, летит Тинкер, Сларк. Опа, цапанул. И приехала Мирана. Еще и ульту потратила. Мирана думает, почему я. А Бамбу думает, потому что я Пак. Убегает дальше. Да ладно, Бамбу там тоже нормально нафидел. Ему хватает. Нашли Бамбу. Его очередь. Нашли Бамбу, так дримспойл, надо бежать, Бамбу уходит дальше, гонится за ним. Причем интересные товарищи за ним гонятся, у которых вообще нечему цеплять. Ну, они как-то вот умудряются же его убивать. Это просто, я говорю, очень и очень непонятная дота, скорее, от Зефиров. Потому что они, правда, могли бы, у них очень много нюков. Смотришь на их героев, там каждый просто по скиллу зашвырнет в кого-нибудь, и там очень много урона будет в общей сложности. Да и вообще, да, у нас Пак играет без Power 30. Power
от лица, у него всего 815 хп, и это уже фактически прокаст Тинкера. То есть тут его какой-нибудь Shadow Demon найдет, у которого 1000 хп, и в соло убьет. Ну, опять же, к слову про этих суппортов, Shadow Demon может кого-то Disruption'ом засейвить, плюс Dazzle может кого-то Грейвом засейвить. И по итогу, вроде как смотришь на Зефир, у них очень много всяких разных нюков, но они все всандалят в одного, там, в двоих, и этих двоих засейвят просто-напросто, и все. Да, и получается очень такая лютая комбинация у нас с Тинкером, потому что Тинкер может прыгать фактически в пятерых, вот один, танковать, учитывая, что у него большое количество хп, уже есть догон, и его там на 10 секунд ему дадут дольше пожить. Тут у нас забирает очередной тавер, Зефир стоит в защите. Такой защите, Санкинг, по-моему, свой ультимейт еще даже ни разу не завязал, у него 22 минута, хотя тут сложновато, я согласен, но... Какой-то не день Санкингу у нас вообще вот. Ну, у него изначально игра не задалась, его на первой же минуте чуть не убили, он ушел, отхилился и дальше уже себя по игре не очень мог реализовывать. Да, это посмотри, боже мой, какой же этот ДПС. Миллион маршей. Вот дальше. Идут они наверх, но дефить Зефир вверх не будут, потому что... Если бы надо было дефить хотя бы 20 минут назад. Вот, ну, есть такое, да. Когда уже счет 16-5, Т2 Тауэр, при том, что преимущество в 17. То есть они пришли, дали свой проказ, все иллюзии умерли, Тинкер сейчас начнет накидывать свои марши, врывается Нага, начинает нападать на бамбу, умирает сразу. Минус 2. Врывается Йосин, да, врывается у нас Санкик, но Тинкер... Ой-ой-ой, хедшот хороший Мирана выписывает, но она своими стрелами фрагов уже наделала немало. Хоть что-то. Тут у нас драка, Тимберсоу нападает на Сларка. Сларкевич мансует, у меня есть паунс, есть Shadow Blade, жить будет. Ну а Сларк... Тимбер пытается уйти. Тимберчейн куда-то еще закинуть? Да, есть. Очередной хедшот от Мирана. Кстати, Мирана хорошо попадает этими стрелами в этой игре. Самонаводящиеся. Мирана, по-моему, это герой, который, ну, в основном сделала большую часть фрагов тут. Хотя нет, кто-то у нас... За счет нее сделали фраги, вот эти стрелы. Тогда в миде тоже Сларк поймал Арроу и получилось его за счет этого убить. Тинкер прилетает обратно, догон у него уже второго. Да, скоро он будет буквально чикать всю вражескую команду, потому что все слишком лоу-хитовые, аппарат у нас бегает, у него 682 хп. И Эровые забирают мап-контрол, забирают они всю карту, преимущество растет дальше, уже 20 тысяч голды и 14 тысяч экспы. И есть только небольшой минус, то что Оров не совсем пуш-чипик. Так, начинается, ну вот, если сейчас собьют стрик, это будет очень даже неплохо, и Тинкеру без шансов. Вот, нормально, Санкинг сейчас сделал все очень хорошо, застанил двоих, и вот так вот нужно играть и дальше продолжать. Потому что мы с тобой видели, как Тинкер всю игру вот так вот летал перед противником, и 10 минут его вообще никто давно, не трогал. Давно надо было это сделать. Я говорю, у них есть чем цеплять. Ну, опять же, с другой стороны, тут у нас... Ага, еще и Сларка бахнули. Помимо Тинкера же. Тут у нас же еще два саппорта были вдалеке. Тут, вот это тоже стоит отметить. И начинает немного Арроу тоже заигрываться, совсем наглеть. И за это можно поплатиться. Ведь такие стрики, они очень дорого стоят там. Наверное, по 5 левелов команды подняли. Команда подняла. Слип. Ну, давай вот. На 425 МС бежать. Вороночка останавливает. Да. Ошибки пошли от Арроу. Нельзя сказать, что прям совсем критичные, но ошибки. Ну, пока видно, что шило в одном месте. И у нас Нага решила вот быстрее закончить игру. Выкурить наших инициаторов с блинкдаггерами. И за счет этого, благодаря этому, она покупает себе блинкдаггер. Сларк нападает на Пака. Арба пошла, под шифтом живет. Прыгает. АТП. АТП нажать. Даггераут. И почему-то не хочешь ТПшиться, но вот сейчас ТПшиться. Окей. Да, вообще, мораль истории такова, то что Нага у нас будет врываться на того же Санкинга. Да, уже Пакан, товарищи, которые стоят в позиции, специально их слипать, врывается, Тинкер дает марши, и вот из-под маршов уже блинкануться именно в драку будет очень сложно. Единственное, разве что из нее. Так, смолки хотят опять пытаться цепануть. Ну, найти Тинкера, устроить этот беспредел, но вот смотришь на эти марши, которые он пускает из леса, и понимаешь, что тебе даже тяжело к этим, ну, к этому месту подойти. Единственное, что сейчас спасает ситуацию, это стрела Мирана. По-другому его очень тяжело найти. Находит у нас Нагу, опять стан мимо. Нага на развороте Слаг, гонит Йосина бежать. Тимбер также нападает на Йосина быстро забивает.
Тинкер у нас тут. Тинкер, и Тинкер, ну Тинкер успевает убить, еще и суицидится. В итоге фраг он не отдает. 3 в 1 размен, и тот был суицидом. Идут под тавер. Не идут под тавер. Постеснялись. Ну, было бы чем идти. Да, вот у них проблема с пушем. Вот они дефить-то могут хоть сколько. Мы когда изначально смотрели на пик, их предполагали, что они будут бесконечно дефить. А в итоге они будут бесконечно пушить, а не дефить. Это, да, это вот я могу сказать то, что это то, почему я люблю тинкеров. Потому что имеет даже 25 слотов. У этого героя ДПСа мало. Тавер он сильно не бьет, у него только нюки. И по итогу у нас остается исключительно два ДПСера. Это Сларк Нага, который подходит к тауру, Тимбер кидает свою пилу, и все. И на этом пуш команды Эро закончился. Но графики, ничего, графики будут, я думаю, дальше расти. Надо, может быть, там в какие-то уже наги айтемы выходить, чтобы... Чтобы пушить, а то с блинкдаггером пока... Не особо смотрится. БКБ Сларк, что-то... Вот опять я поймал Ару. Мне кажется, ему нравится это. Так... Поболтала. Защищает свою команду, да. От этого. И у нас Зефир уже в Зефир позиции, так ее можно назвать. В общем-то, в этой позиции они уже, наверное, находятся какую игру подряд. Это стоят на своей базе и ждут своего конца. Ну и врыв на Тинкера. Врывается на Тинкера, станет Нага. Дает сон. И машины, машины, машины. Сандкингу сейчас расскажут сказочку. Да, минус Сандкинг моментально. Сларк залетает уже под Т4 ТВР. Тинкер также за ним прыгает. Шадоу Демон здесь. Вся команда Arrow тусит на базе у Зефир. И разрывает их на части. Врывается. Ой, хороший прокас, но демеджа буквально чуть-чуть не хватает, чтобы добить всю эту толпу. Вынужден Пак отступить. Понятное дело, что у него... прокаста не хватает. И опять же, Т3 Tower цел. И опять же, вот посмотри, что они делают вместо того, чтобы бить бараки. Они, они бегают и охотятся за всеми. Хоть и могут сейчас поймать, врывается у нас Ларк, нашел у нас Пака, дает ему очень больно. И Бамбу тоже умирает. Но пока умер Бамбу, уже появляется Сенкинг, уже появляется аппарат и уже вышел Тимбер. Да, и опять же, Т3 Tower как стоял, так и стоит. Никаких изменений. Они пытаются просто заставить сдаться Зефир. А те... Морально. Да, а те не хотят. Почему? Потому что, ну, пока бараки стоят, можно еще как-то попытаться. Очень много демеджа получает Сларк. Даггер, лазер, ракету задоджил, благо ракету. Но есть еще прокас. У Тинкера хватает. Очень нагло играет опять же этот Тинкер. И умудряется еще оттуда уйти. Operation уходит на 20 хп. Убить его не хватило копеечки. Poison бы если поджал, может быть там даже хватило. Но ну, не вот, отжал. Вот так вот еще по базе, если побегать на сэру минут 20, то у Дефир может быть что-то и нарисуется. Тут план победы. По 900 что... голды за каждого героя, понятное дело. Да и XP на самом деле очень много. Ну по XP они, я думаю, уже не сильно должны отставать, хотя... Ну тут просто, да, Сэнкинг только 11-й, аппарат вообще 9-й, в то время как Сларк и Тинкер 18-й. То есть разница просто дикая, если они кого-то смогут убить или находиться рядом. Пока у нас ситуацию только спасает Тинкер. Нага делает Линкин, и я не понимаю зачем, но она его делает. И вообще, эти Линкины довольно забавные, все вот прям... подсели на них, покупают. Ну, это Азия. В Азии, по-моему, это уже айтем чуть ли не номер один. Это как Power 3, да. Не знаю, как какой-нибудь тапочек, дефолтный айтем. Тинкер рывается у нас, Сол убивает Мирана. Миран как не реагирует, рывается Сэнкинг, станет у нас Тинкер, ультимейт аппарата в одного Тинкера. Тинкер улетает, врывается Сларк, забирает у нас аппарата, и пришло время на Тимбера. Лететь ему некуда, нет ни одного дерева, нужно сражаться как мужчина, как воин. Давай, Сэнкинг, Йосин, мочи, но нет, Сон. Сон останавливает всю движуху, и рывается Тинкер с камбэком. Как же сейчас будет больно, просто нереально. Да. Но Тимбер Соу находит себе все-таки дерево, уходит, и еще один Тимберчейн, мансует. Ай-яй-яй, дисрапшена подсейвил, боже ж ты мой. Но тут есть Даглан. Да. Ну все, в этот раз закономерно у нас минус 5. Тинкер у нас заканчивает игру на 30-й минуте с Дагоном 5 и Блудстоун на 14 зарядов, да. И это понимает Зефир, что больше нельзя этого терпеть. ГГ и 1-0. 43 килла за 30 минут. Да, вот единственное, что опять же круто, хоть и в одну калитку, но было очень много киллов. Пытались, как-то пытались сопротивляться, но как там сопротивляться? Ну, видно, что уровень гораздо выше у Arrow Gaming, Зефиром чего-то не хватает. Вот, может быть, каких-то конкретных планов на ход игры. У них, мне кажется, они не планировали то, что вражеская трипла пойдет в харду.
Мне кажется, они думали, что им будет там спокойно стояться на своей линии, будут там в Сент-Кинг, потому что вот это вард, который сломал, он его сломал, мне кажется, для того, чтобы время от времени приходить и гангать мид-тинкера. Либо там как-то чекать, какие там делают стаки и контролировать действия тинкера. Но при этом он вообще ничего не смог сделать, он получил там тучу дамага, прибежал на базу и потом по игре ничего не делал. А вражеская трипла обосновалась на топе, как у себя дома. Как будто они на легкой стоят. Да, да, да. Там мы видели с тобой, как Нага на там, 5-й минуте, что ли, при том, что саппорты бегали, гангали, стояла и имела топовый крипстат. Вот как-то так. Очень уверенная игра. Интересно, закончились ли еще какие-то матчи. У нас, получается, следующая карта будет Orange против FD. Для Orange этот матч очень важен. Для FD, я так понимаю, уже мало что тут может, в принципе, измениться. Сейчас турнирную таблицу. Да, нам сейчас турнирную таблицу покажут. Пока можно... Так, а сколько у нас времени получается? 44? Да, в общем, турнирная таблица, видимо, что продолжаются у нас фавориты. Это Arrow, Orange, Mineski. Они очень уверенно лидируют у 6-0 Arrow и 4-2 Orange, Mineski. За ними идут MVP MidTrust. Причем эти две команды, они также сильны. То есть могут, могут они в топ-4 легко войти. Ну и вот из тех, кто снизу у нас, вот такие три команды, которые RRQ, SkyZ и FD. Я просто не как играет FD, не как RRQ вообще, то есть не видел ни разу, но я видел, что SkyZ, что у них там они проигрывают, но как минимум они проигрывают с каким-то боем, то есть тоже у нас претендент на топ-4. Ну, ну для FD этот матч, наверное, важен тем, что если они еще одну карту проиграют, то здесь уже 100% шансов у них не будет никаких. Ну, нельзя говорить прям уж совсем 100%, потому что черт знает, как остальные начнут играть еще в матче прилично. Но вот первая линейка сейчас закончится, там будет уже более-менее понятно, будут понятные расклады, но я думаю, что у FD шансы очень низкие, тут вряд ли. Ну, ну после вчерашнего дня, я такой, учитывая, что у нас происходит королевство туда-сюда, я думаю, у нас в очередной раз могут быть инновации, приключения, потому что у нас на этом турнире, как мы видим, все убивают всех, причем вообще без шансов, только Arrow Gaming у нас, ну, показывает мастер-классы. Когда у нас? Ну, в 7.20 у нас будет игра, и будьте с нами. Ну, я думаю, что... Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.